Здравствуйте, уважаемые друзья. Это бор-журнал Шкода Рапид. С вами просто Дима. О чем сегодня хотел бы рассказать? Значит, по поводу электроусилителя руля. В общем, ситуация остается пока открытая, потому что лучше не становится. Как бы хуже, может быть, и не становится, но и лучше не становится. То есть руль, чтобы крутить, надо приложить определенные усилия, и просто это усилие по ощущениям, ну, оно должно быть меньше, потому что сравнивая, допустим, с прошлым годом с эксплуатацией автомобиля, ну, руль крутился гораздо легче, то есть там где-то даже в моих видео есть, что я рассказываю про машину, там кручу одним пальчиком руль, крутится, и неважно, там летняя резина, зимняя резина, это все туфта, я вам так скажу. Руль должен крутиться легко, тем более это электроусилитель. Вот. Сейчас, ну, сейчас надо приложить усилия. Вот я вам, конечно, усилия не смогу продемонстрировать. Вот. То есть вот, вы видите, пробег 12 855 километров. Значит, берем руль. Ну, вот так вот. Одним пальчиком как бы тоже можно. Но это достаточно уже сложно. Ну, мизинчиком точно не сделаю. Вот. Ну, тут же встал руль. Усилия надо прикладывать больше. То есть раньше было по-другому совершенно. Есть там у меня один человек, который тоже смотрит мои видео. У него аналогичная проблема тоже с Рапидом. Мы с ним списываемся, периодически переписываемся. Вот. Он уже был несколько раз у дилера, у нашего минского. То есть они признали, что да, действительно, усилия больше, потому что просто взяли, сравнили с новой машиной, которая у них там сейчас стоит, продается в салоне. То есть они, значит, подтвердили, что действительно проблема есть, но что делать с ней, они не знают, потому что обращений подобных не было. Что это? Или это брак электроусилителя, или это рейка, или это там, я не знаю, что там могут, какие-то там тяги, там что там быть, рулевые, ну не знаю, что там может быть. То есть, но проблема это есть. Что они, значит, сделали, по словам этого человека, моего подписчика? Вот. Он сказал, что дали запрос в Чехию с описанием проблемы. И вот сейчас ждут из Чехии ответ на этот запрос, то есть что чехи скажут. Вот. Самое интересное, что никаким диагностическим оборудованием это не, ну, как бы они не могут определить, что там что-то не так. То есть по диагностическим всем приборам, по компьютеру никаких ошибок, никаких отклонений нету в работе автомобиля. Вот. Но тем не менее, факт остается фактом. Руль крутится туже. Вот. То есть человек этот просто более настойчивый. Он один раз съездил, потом второй раз съездил, и потом третий раз съездил. В итоге они признали. Первый раз они его отправили, сказали, да все у вас нормально, это проблема с резиной у вас. Вот, что вот вы переставили зимнюю на летнюю, летняя более, там, у нее она более шире, у нее сцепление, там, площадь больше. Ну, какая разница? Ну, все равно, больше или меньше, все равно руль не должен так крутиться, потому что я-то помню, как было в самом начале, как только купили машину. Вот. Ну, просто у меня там нету сейчас вообще необходимости прям такой ехать в Минск специально по этому поводу, потому что хочется там с какими-то другими делами это совместить, чтобы не ехать просто ради этого. Вот. Ну и подождем, что пришлют. То есть, какой ответ пришлет концерн Шкода. То есть, что придет из Чехии, посмотрим на этот ответ. То есть я вас проинформирую, как только сам узнаю, какой дадут ответ. Возможно, это какая-то дефектная партия этих электроусилителей или в другом проблема. В общем, будем смотреть, будем искать,
Как только что прояснится, я сразу вам дам знать. В остальном с машиной все в порядке.